В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» одинцовские депутаты-единороссы приняли участие в образовательном проекте «Про ЖКХ», который прошел в здании окружной администрации. Этот проект – одно из направлений деятельности Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Московской области. Его целью является просвещение собственников и жителей многоквартирных домов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2022 году запланировано проведение тематических лекций, открытых уроков, вебинаров, семинаров с известными спикерами и представителями министерств и ведомств, а также производство иного образовательного и просветительского контента в области жилищно-коммунального хозяйства. Принять в них участие может каждый желающий.